Привет! Всем привет! Что, готовы смотреть самую интересную розовую осеннюю коллекцию? Причем я хочу все, Дим. Можно? Мы просто купим и уедем. И ничего показывать не будем. Ну, пока это немножко сказано оптимистично. Все мы, во-первых, не возьмем, мы возьмем некоторые вещи. Половинку. Чуть поменьше половинки. Половинка. Ну, начнем мы с самого главного. Так как мы оказались самыми последними обзорщиками этой коллекции, мы опоздали, мы стали самыми последними. И я видел настроение покупателей по поводу этой коллекции. Какое? Фу, не очень. Да ладно? Да, не очень, а эта коллекция была тепло принята. А мне понравилось. Ну, она понравилась тебе в том, что она как бы, так она как и называется, Charismatic. Я не знаю, почему ее так назвали Charismatic, а со шведского ее называли Charismatic. А у нас почему-то в России ее Charismatic. Я не знаю, но взяли также и Charismatic. Коллекция харизматичная. Ну, так как мы неординарные личности, популярный блог и все остальное ведем, для нас получается Зандра Роуз родственная душа. Ну, мне отозвалось. Да. То есть я вижу не просто... Вот, допустим, мы с тобой снимали IKEA PS, да? То есть где мы можем применить в интерьере? Я вижу сразу, где я в детской у детей могу применить данную коллекцию. Может, потому что у нас девочки? Ну, и девочки. В принципе, да. Это больше в вашу сторону. Но на девочковую. Хотя я уже себе некоторые моменты в коллекцию ограниченных коллекций своих... Так, добавлю пару давай вещей. Хотя бы одна коллекция будет моя, а ты на нее лапы протягивать не зачем? Будешь. Ну, она же хранится в нашем доме. Ну ладно, я специально ради этого купил сервант Хэмлис. Да, кстати, в Хэмлис очень я много... поменял, у меня моя коллекция перестала вмещать на моем иваре небольшом стеллаже, и поэтому пришлось нам расширить, как бы делать больший объем. И теперь мы можем скупать коллекции, еще больше да. ограниченных коллекций. Ну давай уже расскажем. Хочешь, я... эту коллекцию ценность удвою. Давай. И что после моих слов даже те люди, которые не знают про этого человека, захотят впоследствии купить одно из предметов. Ну давай, давай, продавай уже, продавай. Продавай, что сидишь? Я что продавай? Я этого человека, Зандру Роуз, уже изначально давно знал про нее. Я иногда следил за ее новостями, творчеством. Это очень знаменитый английский дизайнер. Я сам был удивлен, когда IKEA сделала коллаборацию с этим дизайнером. Я просто не мог даже представить, что она может такого сделать для IKEA, так как IKEA это больше всего для дома, мебель, интерьер. А этот человек, он дизайнер одежды, цветов, красок. Она больше всего как бы немножко у нее направление немножко другое. И вот смотри, у IKEA очень это красиво получилось. Вот эта коллаборация, она очень удачная. Я могу вспомнить, это второй дизайнер, которому удалось сделать, воплотить что-то свои необычное. Задумки удачно в IKEA. А кто первый? У дизайнера Леди Гаги. Я почему так подумал, что ты про Беллу Акерлунд? Да. Потому что как Дима трясется над своей вазой, так не трясется, наверное, никто. Это второй дизайнер, который делает такие прям вот второй харизматичный дизайнер после Беллы Акерлунд, попал в IKEA. Остальные были дизайнеры, там мы как по истории смотрели. Было множество дизайнеров, трудились над коллекцией, а вот это чисто дизайнер, прям вот один, женщина. Ты знаешь, сколько ей лет, во-первых? Нет. Она недавно отметила свой юбилей 80-летие. Она в моде, работает более 50 лет. Обалдеть. Она очень знаменитый человек. Но обалдеть это мало сказать. А я тебе еще больше скажу, что... Так, просит, я, короче, пошла на кассу, а ты показывай. Что этот великий человек, свои 80 лет, имеет цвет волос розового цвета, как сами стены, вот эти, да. И она очень энергичная, она очень позитивная. Я не хочу сказать бабушка, да, у меня вообще язык не дама. Поворачивается. Дама, да? Почему? Нет, вот я немножко это прервусь, да? В скобках я скажу, а почему я слежу за этим человеком? А мне симпатизирует ее живость и направление. Я просто хочу фотографироваться таким же веселым старикашкой быть. Да. Зандра Роуз известна тем, что в Англии. Она же сама англичанка. Британка. Британка, да. Да, я да, хочу. Тут, у кого звонит? У соседей. Она знаменита тем, что одевала Фредди Меркьюри. Был сценический образ выступления, по-моему, белой летучей мыши. Вот он как раз выступал в этот одежде. Белый такой костюм. Да, 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 Зандры. В
Вторая ее отличительная особенность и запоминаемость – то, что она также одевала Диану, принцессу, королевскую Леди семью, Ди. Да, но уже не в такой яркой одежде, экстравагантной. Были выборны более постельные цвета, но все равно она также королевскую семью одевала. Ну, извини, стиль Леди стилист. Ди, которой уже нет много лет, напомню, в 90-х годах погибла, мы, по крайней мере, тогда еще подростками были. Ну, да, да, да. И это известный человек до сих пор, и это до сих пор икона стиля. И она очень полна энергии и удушевлена будущими идеями. Слушай, классно, пошли показывать. Я не знаю, вот у меня то, что камера выключилась, я не прослушал, не посмотрел, а что я могу еще добавить по этому поводу? Давай мы добавим саму коллекцию. Да. А я, знаешь, что хочу добавить? А, пока ты настраивал камеру, я просто прошлась и посмотрела, я не знала таких подробностей, я просто думала, Икея выпустила еще очередную ограниченную коллекцию, то есть про дизайнера я не знала ничего. Меня удивило на табличке, что это Британия, потому что первый раз такая коллаборация, и меня удивил ценник. Для ограниченной коллекции ценник, сказать, что бюджет, это не сказать ничего. Ах, да, забыл, потому что мы это сейчас записываем уже третий раз, я не посмотрел камеру в записи, она, оказывается, мы просто так сейчас с Татьяной проговорили, а камера не писала. Я забыл еще сказать, что... Друзья, я рекомендую каждому и всем, кто имеет возможность посетить данный магазин, взять частичку Zandra Rhodes. Либо заказать. Да, ребята, это стоит взять. Я рекомендую всем честно и искренне. Я также в последний раз рекомендовал как раз последнюю коллекцию Белла Акерланд, от Белла дизайнер Акерланд, Леди Гаги. Рекомендую, от чистого сердца. Показывать-то пойдем. Ну все, все-таки пошли. Все-таки а то мы уже целый обзор наговорили. Так, смотрите, у коллекции есть такой слоган. Ничего не бойся и гордись собой. Вот она на самом деле это и отражает. При том, что каждая вещь спокойно вписывается в любой современный дизайн. Но это все-таки больше девочковые вещи. Да, мужчины, как правильно Дима сказал в самом начале, найдут для себя. Ну, я вот вижу такую девичью комнату, я очень хочу детям коврик, покрывало, коробочки, вазочки. В общем, для меня это вот, ну, такое, я не знаю, вот с дочками со своими ассоциируется. Ну, давай, наверное, с самого начала? Давай. Так, ну, уже не первый раз подходим к сумке, тем не менее. Ты уже знаешь, что говорить. Я уже знаю, что говорить. 15 литров, сумка черно-белая, 99 рублей. Из сумочки можно сделать авоську и положить с собой. Дима сразу спрашивал, что за ткань. Проще объяснить одним русским словом – плащевка. Тоненькая, легенькая, места много не занимает и при этом довольно-таки крепенькая. Но если под 15 литров, выдержит много. Пойдем к столу. Два предмета, набор ваз и абажур. Давай сначала к вазам, раз уж мы здесь ближе. Вазы, ручная работа, ручная выдавка. Давайте покажем, как определить ручную работу от неручной. Вот она. С ними нужно быть очень аккуратно. А, Дим, сможешь, пока будет видно, вот эти пузырьки в стекле не являются браком. Это норма для ручной выдавки. Да. Поэтому, если вы такое видите, это не брак. Итак, ваз две. Одна такого пудрово-розового цвета, другая в нежно-фиолетовое уходит. Обе вазочки по форме как будто галочка, такая V, только немножечко скошенная. Их можно вот так, две. Рядом друг с другом. Причем, смотрите, по крайней мере, я так вижу, интересное решение. Сюда мы можем канцелярские товары сложить, а сюда налить воду, поставить цветы. Ну, при желании можно. Сомнительное представление. Ну, можно. И можно по отдельности их использовать. И еще даже можно вот так. В общем, на самом деле, за счет угловой формы можно применять в нескольких ракурсах. Перемещайся дальше. Из желтого стального цвета. Очень классный абажур в виде лепестка цветочка. Ну, вообще на лилию очень похож. Если сюда поставить не прозрачную лампочку, а белую, будет прям вот полноценная лилия. Только лилия обычно наоборот белая, вот это, а тут желтенькая. Ну, ты говори, мои слова говори. Нет, я хотела сказать, что лампочка продается отдельно, основание продается отдельно. Сама часть металлическая, сам абажурчик стоит 2000. Кстати, вазочки тоже стоят 2000. Вот это минус, когда тупит камера, и ты начинаешь снимать который раз, потому что ты думаешь, блин, я же это уже говорила. Да, диссонанс в голове. За счет выступов у Димы есть предположение, что... Нет, за счет края вот этого волнистого в темноте, если будет только абажур единственным источником света, на стене будет видно вот эти грани. Рисунок. Да, рисунок. А мне еще, знаешь, что понравилось? И при
горизонтальном как вращении абажура, соответственно, рисунок можно на стене менять. А мне, знаешь, что понравилось? Именно сама вот эта выпуклость. Так, на столе больше из этой линейки ничего нет. Так, давай. Это не харизматик. Нет, и письменный стол тоже. Но при этом смотри, насколько интересно все это между собой сочетается. Давай опустимся вниз. Я надеюсь, на этом месте камера больше не затупит. Ковер Charismatics 4999, 133 на 195. Из износа стойкого материала. Его, конечно, очень сильно затоптали. Вот здесь прям видно разницу. Дим, видно в камере? Вот эта часть топтанная, вот эта не топтанная. Не видно. Не видно? Но я вижу очень четко, потому что звезды замыленные и вот эта дорожка. Ну, то есть как звездное небо. Перейдем в другое место. Ну, не знаю. Даже вот так. Да, есть. Вот оно немножко такое более в серию. Затоптанное. Смотри, значит, по ткани. В принципе, это неплохой ворс. Единственное, что пылесосить будет тяжело, поэтому нужна определенная насадка. У IKEA есть такие совсем коротковорсовые ковры. Они очень сложноватые в уходе. Здесь все окантовано, то есть углы загибаться не будут. Хороший полноценный ковер. В детскую, в принципе, рекомендую. Но вот видите сами, какой он становится пыльный и грязный. Но здесь все-таки надо учитывать, что по нему грязными ногами еще ходить. Сразу же, здесь же подушка, 999 рублей, интересной формы, 58 на 13. Это не чехол, это целиком подушка. Здесь два бантика. Причем, смотрите, ну это уже такие, вот это вот как раз дизайнерские моменты, когда ни пуговка, ни молния, когда вот этот хвостик сюда. То есть наволочка съемная, вы можете ее постирать, а внизу в чехле из неплохого пенополиуретана подушечка. Там он целиковый или кусками? Целиковый. Угу. Ну такая плотненькая. Ткань плотный атлас. Кстати, когда я на конгресс в Москву искала атлас, атласный костюм пижамный, хороший атлас найти сейчас оказывается очень сложно. Сумка 1499, причем такую сумку спокойно можно поставить под стол, где-то на видном месте. Она красивая, у нее такая дополнительная бахрома, непромокаемая ткань, на белом фоне золотистый орнамент, точно такие же. Ну, вот эти линии, они, в принципе, по всей коллекции идут, они повторяют друг друга. Размер 69-51 на 19, стандартный киевский размер, под любую киевскую кровать эта сумка умещается. Один из ее плюсов – это дизайн, внешний вид и непромокаемость. Перемещаемся дальше. Дальше вот сюда. Мне очень понравились, Дим, вот эти две коробки. Одна синяя, одна розовая. Это прям вот девочковая-девочковая. Набор две штуки стоит 1300. Одна коробка диаметром 26, другая диаметром 21. Высота 16 и 20. Вот это 16. Вот такой вот синенький чехольчик. Но он до конца не съемный. Поднимается только здесь. Здесь из хорошего картона коробка, и она тоже обтянута атласом. То есть фактически за 1300 можно купить две очень шикарных упаковки для каких-то подарков. Плюс, фотографы, обратите, пожалуйста, внимание, если вы делаете какую-то романтическую фотосессию, фотосессию в стиле ретро, можно вот эти коробки использовать, особенно синюю, потому что все равно потом все фотосессии обрабатываются в другом цвете, и если делать из нее черно-белую в стиле Джейн Эйр, это просто, ну, я не знаю, почему эта коллекция не понравилась людям. То ли не видят, где это можно использовать? Не, я не то, что говорю, что фу, противно, не оценили. Ну. Они восприняли эту коллекцию как... Все предыдущие. Нет, это вообще другая коллекция. Дальше поехали. Коротковорсовый ковер 80 на 150, 1300. Здесь у нас получается орнамент из уголочков, таких небольших треугольников, которые скошены друг в друга. Все цвета и все орнаменты, которые есть в коллекции, повторяются на коврике. Здесь уже потоньше, его можно стирать в машинке. Он, знаете, какой по качеству? Вот все знают знаменитый икеевский ковер с дорогой. С детской, с железной. Вот он такого же качества, его можно стирать в стиральной машинке. Здесь вообще можно без проблем кидать куда угодно. Следующее, покрывало 3500, 150 на 2. Кстати, на кушетку Хемнес очень хорошо ляжет. Но в собранном виде, в разобранном не хватит. Покрывало двухстороннее, стеганое. Рисунок повторяет подушку, а обратная сторона вот такая вот сеточка, как змеиная. Больше некуда, Димон, закрытый. Да и так, я думаю, это все понятно. Поймал? Видно, да. Угу. Так,
Здесь мы показали все, пошли дальше. Открою сразу секрет и тайну. Я беру вазу синюю. Мое-мое. Заберите его, вредина. Так, тарелка 18 сантиметров. Тарелка для свечи золотой в виде ракушки. Хорошо. На ножке. Я возьму еще вот этот подсвечник. Я буду выбирать эту коллекцию. Все. Хоть одну коллекцию дай мне выбрать. Ну пусть будет так. Каждый подумает на свое. 350 рублей. Кстати, когда Дима говорила, возьмите хоть что-то просто, чтобы, ну, не знаю, напитаться духом этого человека, возьмите себе самый бюджетный, вот подставка, 350 рублей. Пригодится, и, кстати, ее можно даже как сервировочную использовать для каких-то маленьких закусочек. Дальше. Подсвечники. Я почему пришла сразу сюда? Потому что мне немножко пришлось повандалить. Кто-то уже скоммуниздил выставочный образец вот такой. Два подсвечника под тонкую свечку и под широкую свечку. Обе на металлических ногах. Сейчас скажу. Здесь, по-моему, сталь с эпоксидной... Нет, здесь алюминий, основание цинк. Да, они алюминиевые. Синее основание, золотая нога. Но кто-то выставочник немножко пограбил. Сделано в Индии. Вот такой набор 990 рублей. Я сейчас хочу, Дим, просто обратно положить коробку, чтобы потом у охраны не было вопросов. Теперь давайте разберемся... За что же так Дмитрий Юрьевич вас полюбился? Стоит, во-первых, 3000 рублей, 23 сантиметра, ручная выдувка, Дима эмблемка. Она светом отражает, и пальцы у тебя... Все видно. По форме, что напоминает мне? Во-первых, вот так перевернутая лампа лампан. Да, кстати. Да в тебе тоже дизайнер не закопан. У нее, смотри, прозрачное основание вот здесь. Вот здесь. И если она будет выдерживать нагревание, можно ставить маленькую свечку вот так, и будет такой легкий рассеивающий свет. Как дитя из стекольщиков. Не лопнет ли ваза? Не лопнет. В общем, помимо вазы можно использовать на самом деле в разных ракурсах. Вазочка интересная, поэтому здесь я с Димой полностью согласна. Так, подсвечники мы с вами посмотрели. Что я сразу хотела прихватить детям? Вот такие коробочки. В стеллаж Калакс. У нас стеллаж Калакс висит в детской из четырех ячеек. Наверху у девчонок всякое всячина сложно. И мне давно хотелось чего-то легкого. То есть я не хотела закрывать плотной дверкой, а хотелось именно и убрать, но и при этом, чтобы, ну, такой объем сохранялся. Вот согласись, стеллаж полупрозрачно выглядит, да, с такими вставками. Всего 400 рублей и вполне функциональная такая коробочка. Аккуратно, не громи, выставь. Тут бомблю я тут. Вами. Да. Ручек две. Поэтому можете, в принципе, еще применять и под какие-то игрушки. Давай переместимся дальше. Туда пока не ходи, там вообще красота неземная. Два отреза ткани упакованы вот в такой чехольчик. Здесь у нас 150 на 3 метра, то есть два полотнища. Подожди, ну это даже можно дерзкую идею воплотить. Шторы? Да. Одна такая, мне кажется, для этого и сделано. Потому что, в принципе, это размер стандартных киевских штор. Вот, я... Полтора на 3. Да. Они упакованы в мешочек. Здесь все запечатано, не смогу достать. Вот он. Ну, атлас, ребят, просто чумовой. Понимаешь, какой теперь я хотела костюм атласный? Дайте пожмакать. Лучше, чем мой костюм, согласись? Ну да, не спорю. 3000 стоит такой набор. Рисунок, Дим, можешь поближе показать? Мне кажется, шторы интересные будут. Харизматично. Харизматик. Так, ну а теперь, Дмитрий Юрьевич, я вообще в восторге. У Икеи очень давно не было ширм. Вот просто давно. Немножко давай ПСЭ раньше времени сделаем. Давай. Зайди за ширму. Ну, кроме нижнего отличительной особенности мальчика от девочки, можно спрятать, а вот верхнюю часть нельзя спрятать за этой ширмой. Эта ширма не для переодевания, это ширма для зонирования комнаты, для разделения комнаты по зонам. Да, почитаю. Это не можно для детей? Это не для того, чтобы переодеваться. Это именно разделение интерьера. А, какие плюсы? Вообще, Икея, услышьте, пожалуйста, своих покупателей. Сейчас меня это санными тряпками закидают за такие слова, да? За что? Ну, то, что оно предназначено для разделения домашних. Нормально, не заморачивайся. Иди сюда, давай. Я друг... боюсь слово одно говорить. То я ли пьяный, то ли у меня это все что-то зубы за зубы не заходит. Юрьевич, забей, про меня тоже много чего говорят. Смотри, что мне понравилось. Вот, например, вот если бы такая ширма была квадратной, прямоугольной формы, и, допустим, в белой ткани, за ней бы очередь встала.
она на липучке. Я могу менять как угодно. И если еще... Вот, кстати, кто, допустим, занимается производством мебели какой-то или кованых изделий, ребят, сделайте. У вас отбой от покупателя не будет. А еще если сделаете съемные вот эти панельки тканевые, что можно менять? Белый, синий, красный, само основание в белом цвете. Дим, возьмут салоны красоты. Ты просто не понимаешь, куда это... С мужской точки зрения... Я бы убил два зайца. Сделал бы немного на 20 сантиметров повыше. Повыше, да. Да. Если ее еще сделать повыше, да. То есть разных размеров. Так, идея очень хороша. Ну, Юрьевич, ты всегда с практической точки зрения. Да, ну, чисто из эстетики я бы не сделал. А вот я ее хочу. А куда нам ставить? Не знаю, потом разберемся. 5000 рублей стоит сие удовольствие. Состоит из трех частей. Цвет фиолетовый, 136 на 160. Дальше. Вот ты видишь гирлянду, которая здесь висит? Из золотистых, наподобие астрочек. Материал? Да, это ткань. Здесь маленькие лампочки. Вообще это, да, это светодиодная гирлянда. Стоит 1300. Вот это, я думаю, ни до одной распродажи не доживет. Здесь 12 светодиодов. Можно, ну, во-первых, это для дизайнеров интерьеров. Во-вторых, для оформителей свадеб и каких-либо мероприятий. А в-третьих, она очень безопасная гирлянда, потому что работает всего лишь от двух пальцев батареек. Ну и проверено, оно горит неделю без остановки. Просто не выключаем. Да, оно просто тусклеет немножечко со временем. А мы еще не все показали. Все. Слушай, я как чувствовала, атласную юбку одела. К атласной коллекции. Так, пойдемте дальше. Дальше. Ручная работа, разноцветный шерстяной ковер, который стоит 8000. Вот это уже реально дизайнерские вещи, которые, ну, не шибко функциональные, скажем так. Они небольшие, коврик маленький, но очень классный. Здесь получается два пола таких цветочка. Один с выпуклыми шариками, полумассажный детский коврик. Кстати, имейте в виду, такие переходы обладают именно массажным эффектом. Здесь у нас тканевая основа. Хоть что-то покрутить. Сделан в Индии. Просто шерсть. Окрашенная шерсть. Один цветочек поменьше и типа такого лепесточка полумесяца. Теперь давай, наверное, чехлы на подушке посмотрим. Вот такая подушка 50 на 50. Подобный орнамент есть. Давай поближе к Софи такой. У розовой шторы. О. Смотри, какая красивая. Кстати, что ты здесь видишь? Женщину. Кудрявую, с губами. Губы, глаз, кудри. Немножко вышивки. Так, теперь мне интересно, это подушка или это чехол? Потому что ценника нет. Сейчас мы вернем на родину. Это чехол, Татьяна Павловна. Да, Дим, это чехол 599. Здравствуйте. Вы из Нижнего? Да. Приятно познакомиться. Ты вот блогера встретил. Да. Обалдеть. Популярность. Дим, вырежешь девчонок или не будешь вырезать? Как захотел. Вот оно, современное поколение, на самом деле не стесняются, нужно с них брать просто пример. Это первый подписчик, который показал себе на камеру. Да. Надо запомнить. Чехол розовый, 50 на 50, из переработанного полиэстера, сделан в России. Чехол я сказал, сколько стоит? Да, стоит 600, да, сказал 600 рублей. Дальше, еще один чехол стоит уже 900 рублей. Вот он. Смотри, какой необычный. Плиссе. Мы с чехольчиком в тренде. Размер 65 на 40. Да. Сюда можно подушечку Идар за 200 с лишним рупий. А можно за 45 рублей подушечку Слен. И даже две подушечки, и даже три подушечки, если вы хотите прям такую тугую набитую наволочку. Значит, здесь у нас такая же атласная ткань. И давай покажем поближе. Вот этого, я думаю, на сайте не будет видно. Видишь, как плиссировка находит друг на друга? То есть это полноценная плиссировка, это не имитация. Поэтому и такой ценник. То есть ткани потрачены на подушку в два раза больше, чем, например, на розовый чехол. Следующий за 999 рублей чехольчик. Фиолетовый, бархатный. Дим, подойди, пожалуйста, к нему. Он вот.
Он тоже двухсторонний. Здесь получается орнамент змея. Вот то, что сейчас Дима показывает, это начало змейки. Видишь язычок? А вот это хвостик змейки. Сейчас камеру дойду. Бархатистая ткань наподобие санелы. Сделана в Китае. Единственное, что... Вот потрогай сам. Санелла как будто плотнее. Да, это более тонкая. Более тонкая. Знаешь, каким образом определила? Не, ну санелла сравнивает, Татьяна Павловна, что-то как-то... Немножко... Ну санелла стоит 5 за занавески, а это 1000 за маленький чехол. Ну, занавесок квадратуру больше по ткани. Да. А то поменьше. Ну, равноценно, можно сказать. Но, смотри, он на хлопковой основе, то есть его можно без проблем стирать. Поэтому, возможно, и сама ткань такая. Тихо-тихо, фокус, пройди ко мне. Пальцы бери. Ну, надеюсь, увидим будет. Ну что, мы, в принципе, про коллекцию... Мы, в принципе, вам про коллекцию рассказали. Я очень надеюсь, что после нашего видео вы совершенно другими глазами посмотрите на это необычное розовое чудо из Британии. Потому что помните, пожалуйста, одно. Ограниченные коллекции в Икее не повторяются. Их выпускают один раз одним тиражом. И когда они заканчиваются, их больше просто не будет. А если кто хочет с корыстной точки зрения приобрести? Да. Так как со временем любая коллекция, ограниченная в Икее, со временем становится дороже. Посмотрите хотя бы пример eBay. Да. Во всем мире это очень пользуется популярностью. Не знаю, почему в России. То есть люди вкладывают. Спекулянты почему этим не пользуются? Перекупы. Да, ну, я не люблю это слово перекупы. Спекулянт, она более такой, более мягкая. Волшебная. Я хочу сказать сторону IKEA благодарность. За всю историю она сделала правильную коллекцию, пожертвовав двумя интерьерами. При входе за место интерьера она сделала место отдельное для коллекции. Не то, что оно коллекция где-то там растворяется или между интерьерами, ну, или где-то в глубине магазина. Ну, да, где-то там, где масс-маркет, в интерьерах. А оно как раз при входе очень быстро, быстро подходишь к этой коллекции и замечаешь ее. Она потому что отделяется от других. Здесь я с тобой полностью согласна. Я хочу, чтобы так продолжалось всегда, что каждая лимитированная коллекция IKEA, я вам говорю, будет круто. Была всегда отдельная. От интерьеров и всего остального. Возьмите Димку к себе дизайнером. Правда, он не пойдет? Да нет. Я много кушаю. Ну что, я надеюсь, что уже кто-то что-то успел из этой коллекции перекупить. Если не успели, подумайте. Напишите в комментариях, что бы вы хотели. Мы точно возьмем с собой вазу, подсвечники. Я возьму розовые коробки. И я возьму... розовую синюю коробку. Мне круглые коробки безумно понравились. И пока мы снимаем, подумаю насчет покрывала. Все-таки пересмотрите коллекцию еще раз к вечерочкам. Оно стоит. Особенно если у вас есть девочки примерно так возраста лет 5 до 15. О, как облизали. Да. Ну реально классная. Я не знаю, Дим, если кому-то не понравится, ну сорян, мне нравится. Поэтому я хочу раз, два, три. Я думаю насчет ткани, но я понимаю, что до отъезда в Анапу мы просто не успеем что расшить. А, кстати. А это что, в обзор войдет? А это в обзор войдет? Вы еще раз увидите. Это мои мысли в обзор войдут сейчас? Да. Ты не вырежешь, что? Мы с тобой разговаривали. Я думала, мы попрощались. Хотите ли вы еще раз поехать с нами в Анапу в рабочую поездку? В наш влог. В наш влог попасть. Только в этот раз, я думаю, вы нам будете завидовать. Мы уезжаем всей семьей, мы берем с собой бабушку, мы сняли две квартиры, и мы берем с собой детей. Детей отпустили на удаленку. И мы едем на два месяца. Не на месяц, вернемся в декабре. Поэтому стоит ли это событие освещать во влоге? А я буду. Я хочу показать, как она поизменилась, не изменилась за год. Показать магазинчики, в которых мне больше всего нравится. Показать кофейни, которые мне больше всего нравятся. Поэтому я влог снимать буду. А ты как хочешь. Все, давай прощаться. Пока. Мы первый раз не рассказали про дзен и первый раз решили себя не пиарить. Почему? Кому надо? Кто досмотрел коллекцию лимитированную до конца, рекомендуем вам. Кто еще не подписался, а кто еще новый гость нашего канала, перейти на Яндекс.Дзен и там обязательно подписаться, параллельно смотря нас там и там, и тут и там. Ладно, тут погнали здесь. Дальше. Здесь и там. На самом деле, обзор получился классный, душевный, коллекция очень интересная, мне не хочется рассказывать. А мы зеркало с тобой не обозрели. Вот что. Я чувствую, пишут уже комментарии, эх вы. Обзорщики. Люди, обзорщики. Где вас понабрали, по объявлению, что ли? Не знаю, сейчас обзор какой-то чудной у нас получился. Каризматик, зеркало 56 на 80, 1500 стоит. Можно
на крепеж. На скотч не рекомендую. Смотри, здесь тоже губы, здесь тоже дама. И она очень классно смотрится. И, кстати, девочки, кто не знает, икеевские зеркала уменьшают на размерчик. Про это зеркало ничего не скажем, не смотрелись. Да, мои щеки чуть меньше. Все, давай прощаться, нам еще кучу снимать. Все, пока.